Обычная ванделия. Самая опасная рыба Амазонки. Первое, о чем вам предупредит гид в Амазонке, так это о том, чтобы вы ни в коем случае не мочились в реку во время плавания. Это не забота об окружающей среде, а забота о вашем благополучии. Моча – маяк для этой рыбы. Она настолько мелкая, что проникает в мочевые потоки и впитывается в стенки шипами и начинает сосать вашу кровь и расти. Это звучит как какой-то ужасник, но это не фантастика. Паразит называется рыба кандиру. Вы удивитесь, но это сом. Шипы растут в обратном направлении, и если рыба все-таки проникает в ваши мочевые потоки, то без операции ее не удалить. Хотя есть способ. Пока он питается внутри жертвы, он вырастает до 3 см и до 0,5 см в диаметре. Больше он физически не может вырасти, так как ваши потоки ему не позволят расти. Местные жители давно знакомы с этим паразитом и считают, что горячий чай из дерева джагуа растворяет тело паразита, и он выходит с мочой. Что-то мне перехотелось купаться в Амазонке. А вам? Всем спасибо. Спасибо за просмотр. Самые невероятные факты, самые отборные топы и другие интересные видео. Погрузись в загадочный мир вместе с Бизарро. Видео выходят регулярно. Подпишись и поставь лайк, если понравилось. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.